Елена Вавилова будет работать в правительстве региона, несмотря на решение суда. Напомню, министр природных ресурсов и экологии подозревает в организации незаконной схемы перевода лесов в дочернюю краевую структуру. С 23 октября Центральный районный суд отстранил ее от должности, но Вавилова подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. Дата рассмотрения еще неизвестна, и поэтому пока Елена Вавилова вполне законно может продолжать работу в кресле министра.